Дорогие друзья, всем доброе утро. Смотрите, какая у нас сегодня погода. Сильнейший ветер. Сейчас приближу, как гнутся кусты. Всю ночь, видимо, был ветер и очень сильный снег. Смотрите, сколько снега. Сегодня у нас 22 февраля. Это Нижний Новгород. Такое вот светопредставление. Все подоконники залепила. Так, вот там дальше покажу. Я сейчас открыла окно. Вообще, конечно, удивительно просто, какая погода. А вчера была плюсовая, было плюс 2. Уже потекли ручьи, все таяло. И сегодня вот такое вот случилось. Смотрите, все снова в снегу. И снега по колено. А сегодня нам нужно ехать к зубному врачу. Вот, едем второй раз вот в платную клинику. Прошлый раз у нас не получилось залечить зуб, только сделали профилактическую чистку внуку моему. В общем, он никак не хочет лечить зуб, а там, в общем-то, они только по согласию. Вот, потому что ходили вот один раз, в общем, два раза мы ходили в бесплатную клинику. Один раз он нормально, в общем-то, там вылечили, видимо, не болезненный зуб был. А второй раз пошли и, ну, там просто, я не знаю, не разговаривают с детьми. Держите руки, сажайте. В общем, он кричит. И вот такая вот система. Такое чувство, что врачи садисты просто. Даже взрослых бывает же, приходишь, вот зуб болит, да, или что-то вот лечить как-то. Все же боятся стоматологов. Не очень-то приятная процедура, согласитесь. И, конечно, там анестезию делать нужно, чтобы вот лишней боли не чувствовать. Но вот она так, там молодая, в общем-то, женщина, и хотя бы что-то она с ним поговорила как-то, то ли у нее времени нет, но даже минуту ребенка к себе расположить как-то, рассказать, что будут делать, ну, это вообще просто элементарно, даже если пришли в бесплатную эту клинику. Я не знаю, это же просто чисто человечески отнестись. Детям же лечите вы зубы, да? Это вот в Сормове вот такая стоматология, врач Колесова. То она вообще не разговаривает. Сажайте, держите, молча. Ну, как так можно? И, конечно, ну вот мы три раза к ней ходили, потому что зуб... Она не могла вылечить с первого раза. Наверное, там с нервом был зуб. И она не делала ему никакой анестезии. В общем, вот так вот. И в платной клинике сказали, ну что, вы из простой поликлиники к нам пришли. Ну все, конечно, у ребенка уже стресс. И он не хочет. Ну, говорю, ну и в этот раз шел как-то. Уже 5 лет ему, он уже сознательный ребенок, поэтому, конечно, ему не очень-то хочется, он у нас так боится всего, и не хочется ему лечить зубы, естественно, как кому ж хочется, ну, надо, он вроде бы соглашался и не плакал, но когда дело дошло уже до лечения, но я удивилась, что она никакое обезболивание не сделала. В прошлый раз нам что-то десну чем-то мазали. Ну, как-то отвлечь ребенка, конечно же, нужно. А это ничего, и тем более, если такой нервный зуб. Ну, я не могу сказать, вот правильно она сделала или нет. С другой стороны, укол – это тоже стресс определенный. Я уже и читала, как вот детям лечат. Укол тоже стресс. Ну, вот не знаю, сегодня поедем, как будет все в этот раз.
Вот, дороги, конечно, такие там. У нас припарковаться-то, в общем-то, везде такая проблема. Вот, стою у окна, оделась. Так здорово. Вот, ну, пока отключаюсь. Так, вышли на улицу. Ждем дедушку. Сейчас он должен подъехать на машине за нами. Вот такие вот сейчас кусты, все в снегу. Ждем и поедем к зубному. Сейчас вышли пока немножко воздухом подышать. Смотри, Дима, на дорогу не выходи. Видишь, машина едет. А вон и дедушка подъехал. Видишь? Вот он, дедушка. Все. Сейчас. Сейчас он тебя посадит. Иди, подходи к машине. Привет. Как доехал? Как доехал? Ничего, дорога свободная. Так. Дверь примерзла. Сажай, ой, ветрище какое, ужас. Он говорит, заперто, наверное, заперто. Приехали в стоматологию. Вот она. Диму вытаскиваем из машины. Так, Дима. Дима пока у нас в хорошем настроении. Давай. Да? Ну, Димуль, как мы договорились? Давай руку мне. Давай. Как мы с тобой договорились сегодня? Не будешь. Ну,
если и поплатишь чуть-чуть, не беда. Главное, зуб дать лечить. Да? Ты не говори врачу, что я не хочу лечить. Да? Не будешь так говорить? Молодец. Так вот мы договорились. Сейчас придешь, поздороваешься. Ой, вот такое ветрище. Нижний Новгород замело снегом. Метель. Вообще, как в Новый год. Все в снегу. Стоматология. Зимуль, помаши всем ручкам, скажи ручкой, скажи всем привет. Всем привет. Что ты идешь делать? Зуб. Зуб лечить. Как, дашь лечить зуб? Да. Да, все. Так, мои следы. Ну что, ребенок, посмотри на меня. Кто у нас герой? Я. Расскажи, расскажи, как зубы тебе лечили. Расскажи, что ты не плакал. Да, я не плакал. Не плакал, слушал врача. Да, все тебе сделали хорошо. Пломбочку какого цвета поставили? Зеленого. Зеленого цвета. И еще лекарства положили. Еще лекарства положили. Вот машину. Все обледеневшие, да? Закрываем переднее стекло, чтобы ничего тут не намерзало, не налетало. Без меня ты, чувствуется, не справишься. Справлюсь. Справишься? Что? Можно вот туда бокопот. Нет, Дима. Ты ж обдерешь машину. Машину можно ободрать, Дима. Краску обдерешь на машине, не надо. Да. О, все такое заснеженное. Заснеженное у нас. Вообще. Все в снегу. Все засыпало. Так, все, пришли домой довольные, счастливые, да? Да. Дима счастливый, это еще замороженной щекой. Дедушка наш. Вообще. Пришел с работы, женщины поздравили и подарили набор для банной, да, для сауны. Ну-ка, рукавица-то как вот. О. А это сиделка, сидушка. Это ну, нет, с обратной стороны-то она там с листочком. Конечно. Ну вот, смотрите. Вот и не ходишь в сауну, а придется идти. Придется ходить по квартире. Хочешь, не хочешь. Ну все, да? Дима, скажи всем пока. Всем пока. Зубы не боимся теперь лечить? Нет. Пойдем с удовольствием? Да. Ура. Ура? Всем пока.